Вот. Ну, вот. Вот так вот собираемся мы ехать на Куб. Но не на ней. Да, вот Славик. Вот Асечка стоит, она золотовозусная. Да, да. Хорошая. Да. Ну, в общем, выдвигаемся. Будем потрошить рощу. Да. Как говорится, городской лес. Эхо войны. Эхо войны. По войне. Погода замечательная. Вася вон туда убежал. Славик здесь вот. Все. Мы только приехали, начинаем. Все разбежались кто куда. Вот, а у меня вот чуть-чуть листья сгреб. Лопату начал совать, а я ее увидел сразу, вот монетка лежит. Вот она монеточка. Что у нас здесь? У нас 10 копеек ходячка. Вот еще листья сгреб. И появилась вилка из нержавейки. Край обожжен. Вот прям металл цвет поменял. Наверное, на ней что-то жарили. Цена 50 копеек. Написано. Это советская. Вот сигнал. Вот. И вот монета. Вот я ее пином выцарапал. Сейчас достанем. В прямом эфире, как говорится. Опа-на. Опа-на. А я думал монета. А оказалось не монета. Ну, бывает. Ошибка вышла. Вот такая какая-то штука непонятная. Может, батарейка какая была. Ладненько. Что их всех растерял. Ни Васи, ни Славика не видно. Все разбежались же кто куда. Ладненько. А вот и первая находка выскочила по войне. Вот такой вот гильзач. Вырыл вот такую яму. Вот, вот фискарь. А вытащил вот такой кусок железа. Вот такая вот находка. И вот снова что-то кухонное. Теперь ложка вот такая красивая. Тоже с нержавейки. Вот такая красивая. Вот с такими узорами. Написано нержавейка. Клеймо. Но ложка очень красивая. Вот такая вот. Вот такая вот находочка. Вот подковырнул лопатой, и вот показалась гильза. Вот, Славик. Вот. А ну. Ты води. 83-84. Ну да.
Славик, а тебе не видно маркировку, глянь? Глянь маркировку, посмотри, что там видно. Да. Что? Три. 43? 43. А буквы? Все, буквы нет. Не видно, да? Это советская. Ну, или не, на немецкую похоже. Сейчас с той сравним. Ну да, они отличаются. Это больше. Вот они. Они должны кучами быть навалены. Жопкой. Интересно, вот гильза выскочила. Ну, кто-то пулю вытащил, согнул ее, да? Но вот обратите внимание, какая у нее жопка. Нечастая. Довольно-таки любопытная. Вот такая вот гильза. Славик опять летит куда-то. У него на худях вообще ноль. Вася вообще потерялся где-то. Вот попалась такая вот украшалочка. Заколка была вот здесь. Крепление отломано. Вот такая вот украшалка была. Славик опять умчался. Пусть летит. Вот еще монетка выскочила. Сейчас посмотрим, что это. Это у нас 100. И снова 2 рубля ходячка. Перед этим нашел пулю, а сейчас выскочил гильзач К-98. Снова не стреляный, капсуль не пробит. Вот так вот. Видно, пулю вытащили. Славик вот что-то. Один зад выглядывает с капонира. Вот такая находочка. Прикольная. Возле вот окопов капониров выскочил игрушечный самолет времен СССР. Дальше вот на крыле написано Ил-62. О, прикольно. Вот такой патрон тоже сломанный попался, как в прошлый раз. Сломали, порох высыпали. Растопюрили таким образом. У Славика там пуля попалась. Всякие штучки. Вот такая вот баночка. Похоже, что был какой-то харч у них. Вот. Вот. Копает в яме. Вон у Славика патроны прут. У меня вон еще патрон. Что-то они здесь ими все усыпаны. Причем они все саперенные. Капсуля не прострелены, а пуль нету. Вот выскочил целый патрон. Вот такой вот. У меня выскочила вот такая монетка. Вот она.
А, нет, это не монетка. Это вот такая какая-то штука. А, это с таких патронов, что я находил непонятных. Это или американский? Да, 45-го калибра. Вот такой патрик. Они мне попадались, а у меня вот такая штука. Это не жетон телефонный? Жетон. По-моему, в 90 или когда они да, были там. Да, да. Сейчас нет. Да, телефонный жетон. Выскочил вот такой вот ТТППШ патрончик. Правда, пуля в наростах. Ну, вот такая вот находка. Что там у Славика? Сейчас посмотрим. Чё? Не интересно, сигнал. Ладно. Вот такая вот железяка выскочила вот с двумя дырочками. Какая-то военная, вон еще справка сохранилась зеленая. А чего это, я не знаю. Вот какой-то военной фигни приблуда. Какая тяжелая, толстая. Но если здесь капонир, вот, то что-то связано с той техникой, которая в нем стояла. Вот такая вот находочка. Супер, 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 супер. Вот такой вот ельзач. Вот. И это была лампа. Сюда заправляли ее вот дырка. Сверху был фитиль. Ну и освещали блиндажик. Вот классная находочка. На полочку пойдет. Прикольно. А ну. Перегруз бил сразу же. Вот выскочила вот такая вот штучка. Здесь что-то написано, не пойму пока ничего. Прикольно! Прикольная! Вот, вот такая вот вещь. Вот здесь колечко. Цеплялась. Вот такая вот штучка. Отсюда поднял 50 копеек ходячку. Проверил сигнал, что есть листья взреб. Ну вот еще две монеты. Рубль ходячка. Это что у нас? И 2 рубля. И 2 рубля ходячка. Сейчас проверим. Что есть? Еще есть сигнал. Нет, куда-то пропал. Не, все, наверное. Дальше. Вот такие вот находочки. Так, так. Ильзач.
заказа эта штучка. Видно. Вот. Вот такая вот находочка показывался. Вот такие вот две пластины с отверстиями. Вот. У них еще зеленая краска сохранилась. И монет тут куча получилась. Вот. Вот это вот 5 по 2 рубля. Это 6 по рублю. Остальное там по 10 копеек, по 5 копеек, по 50 копеек. Всего 25 монет. Ну, а блиндажный светильник отправился к Славику. Не смог устоять, он так его упрашивал. Ну, хоть, в общем, блиндажный светильник отправился к Славику. Спасибо за просмотр. До новых встреч.